здравствуйте, Олеся. Меня зовут Олег. Я звоню из компании Maxi Forex, и я хотел бы задать вам несколько вопросов. Здравствуйте. Олеся, мой первый вопрос связан с тем, какой опыт торговли на Форексе у вас? Как долго вы торгуете на рынке Форекс? Ну, опыт торговли небольшой. Открыла счет я в начале года. Активно начала торговать только апрель-май. То есть буквально пара месяцев всего ваш активный опыт? Да. Но я уже этими месяцами очень довольна. Очень довольна. То есть я так понимаю, что опыта торговли не в компании Maxi Forex у вас нет. Вы сразу начали с нашей компании. Да, я начала с вашей компании. Олеся, что вы можете сказать об обслуживании в компании Maxi Forex? Обслуживание мне очень нравится. Нравится мой менеджер Дмитрий Романов. Всегда поддерживает, всегда сразу отвечает на сообщения. Платформа ваша. Вы часто находитесь на связи со своим менеджером? Да, очень часто. В день по несколько раз. По нескольку раз. Скажите, Олеся, какие инструменты от компании Maxi Forex вы используете для своей торговли? Вот я знаю, например, что вы получаете смс-сигналы. Расскажите немножко об этом, как это происходит и как вам это помогает в торговле. СМС-сигналы очень помогают. Я начала торговать только из-за смс-сигналов активно, потому что сама я еще не так сильно хорошо понимаю весь сам процесс. Как только приходит сообщение, я открываю сделку, слежу за результатами и открываю, когда иногда Дмитрий мне помогает. В смысле, если что-то я там сомневаюсь, или пишу на почту. Либо жду смс уже с оповещением первого канала. Отлично. Ну, я считаю, что смс-сигналы – это действительно отличный инструмент, особенно для новичков на рынке Форекс, которые еще, может быть, не до конца разобрались полностью в том, что происходит на рынке. Олеся, последний вопрос у меня к вам. Очень многие новички задаются вопросом, возможно ли вообще зарабатывать на рынке Форекс? Что бы вы им ответили? Как, на ваш взгляд, это возможно? Я думаю, возможно. Пока у меня все получается отлично. Вот с смс-сигналами. С этими сигналами. Олеся, я вам желаю, чтобы, во-первых, у вас и продолжало все отлично получаться, и я думаю, что вы когда-то вы перейдете уже и на собственную торговлю, и у вас тоже все будет получаться. Я желаю вам удачи и хороших вам торгов на рынке Форекс. Спасибо вам. Удачи. Большое спасибо. Всего доброго.